Тар, ми вже поговоримо безпосередньо із героєм цієї історії. Андрюс Тапінас, литовський журналіст, з нами на зв'язку телеведучий мій колега. Андрюс, добрий вечір. Добрый вечер, Катерина. Ну, прежде всего, огромная вам благодарность за такую идею, всем, кто откликнулся. Мы очень благодарны за эту помощь. Для нас действительно сейчас очень важна эта поддержка, и это дает нам силы бороться дальше и противостоять нашему врагу. Как эта идея появилась? Расскажите, пожалуйста, ожидали ли вы такое внимание, то, что за 3 дня будет вся необходимая сумма просто уже закрыта? Да, мы рады, что это нам так удалось. Мы рады, что мы можем вам помочь. Мы активно, то есть мы, это моя телекомпания, Свободное телевидение, Ластес ТВ на литовском, мы активно работаем, помогая Украине с начала войны. Мы собирали деньги и на бронежилеты, а также и с гуманитарной помощью. Я сам ехал до Днепра, до Желтых Вод, где мы помогали беженцам, их перевозили в Литву. Предпоследняя наша такая инициатива была по просьбе украинской амбассады в Литве, то есть не могли мы бы помочь собрать деньги на 2 исследовательных дрона, беспилотников эстонских, которые корректируют огонь артиллерии. Вот. Ну, они стоили 330 тысяч, мы это взяли и собрали за 16 часов. И мы купили эти вещи. Сейчас ваши пилоты, наверное, на следующей неделе прибудут в Таллин обучаться. И эти дроны, которые, кстати, получили красивые литовские имена, «Могила-1» и «Могила-2», это на русском и на украинском есть, наверное, одна связь, а на литовском могила – это божество смерти, это старинное, так очень красиво звучит. И тогда у нас как бы и ходила такая, ну, шутка, не шутка, давайте скинемся на танк для Украины или давайте скинемся на истребитель для Украины. И я тогда сел и подумал, а может, это и не совсем шутка, но как это сделать? То есть, ну, мы как приватная компания, мы не можем покупать тяжелого вооружения для другой страны. Тогда я пошел в наше Министерство обороны с этой идеей, им эта идея очень понравилась, а они тогда мы решили, что самое быстрое, что можно сделать, это купить беспилотник «Байрактар», потому что это уже легенда и в Литве, и в Украине. Вы песни поете про ваши войны, поют песни про «Байрактар». И при этом еще это разработчик, это приватная компания, значит, с ней можно договориться, может быть, быстрее. Вот. И тогда через посла Турции, через Министерство обороны Турции и через самих изготовителей «Байрактаров», значит, наш министр обороны получил согласие, что они могут покупать. И на следующей неделе у них уже запланирован визит в Анкару, в Стамбул, и подписание договора, протокола. Ну вот, и тогда он в среду мне говорит, наш министр, ну вот, у нас зеленый свет, ну, Андрюс, показывай, что ты можешь. Ну да, начни. Сегодня воскресенье, ну, да. И результат впечатляющий просто. 3 дня? Да, 3,5 дня. Конечно, это даже лучше, чем я предполагал. Я думал, что нам понадобится 3 недели. У нас было очень много всего запланировано, и специальные видеоклипы с нашими партнерами и тому подобное. Но уже в пятницу мои коллеги сказали: «Андрюс, ты будешь сниматься в этом видеоклипе?» Я сказал: «Знаете, ребят, не буду, уже не надо». Потому что, ну, очень-очень сплотились люди, и не только в Литве. Ну, конечно, самое большое это в Литве, наверное, 95%, но мы получали деньги и, в принципе, может быть, 50 стран мира, из Соединенных Штатов, и из Израиля, из Японии, из Германии, из Голландии, потому что это разошлось как вайрал по Твиттеру. И когда мы даже еще вчера утром, я думал, что только в понедельник мы соберем эту сумму, но как она начала расти, я сказал, что мы должны делать финальный фундрейзер это на
на этот вечер, то есть на вечер, на субботний вечер. Мы стартовали с нашим фандрейзером, когда нам не хватало где-то так 300 тысяч евро до 5 миллионов, и мы собрали эти 300 тысяч во время этого, полтора часа был этот фандрейзер, там был и амбассадор Украины, и наш премьер-министр, который очень поддержала, наш президент Олег Рибоскайте, бывший президент, она тоже пожертвовала деньги на Байрактар, так что скинулись все, от президента до маленьких детей. А вот, знаете, интересно, даже вы говорили, из 50 стран мира поступали пожертвования, а Россия есть в этом списке? Нет, не думаю. Не думаю. То есть, ну, мы еще, конечно, всех не проверяли, но рублями это точно мы ничего не получали. И если бы даже, наверное, получили, то отправили назад. Но, ну, может быть, несколько людей и, может быть, и из России. Но как-то, в принципе, мы видели, как люди просто отмечались в комментариях или в Твиттере, что я тоже поддержал, и это говорили на немецком, на норвежском, конечно, на латышском, на эстонском, на польском. А вот как-то товарищи из Российской Федерации я не увидел. Но, ну, не будем так зарекаться. Может, есть у там пара людей, у которых еще совесть есть. Да. Ну, а все-таки, учитывая вот этот ажиотаж просто невероятный, я так понимаю, что вообще тема войны в Украине, она очень обсуждается сейчас в вашей стране, и она на слуху, и людей это беспокоит. Конечно, конечно. Мы же знаем, что такое Россия, мы же знаем, что такое Советский Союз, бывший наш оккупант, то есть который оккупировал нашу страну, который убивал наших людей, который ссылал наших людей. И мы всегда чувствуем, что мы являемся этой границей Европейского Союза и НАТО. Так что про это мы всегда говорим. Есть уже, конечно, немного разговоров, что подустали от этой войны, от помощи для Украины, все же четвертый месяц пошел, но вот подберем мы эту акцию с Байрактаром, скидываемся за 3 дня 5 миллионов евро, ну и про какую усталость это может идти разговор. И это очень важно, потому что, ну, в принципе, мы же понимаем, что это идея. Мы же понимаем, что один Байрактар не выиграет и даже не сделает перелома войны. Ну пусть он собьет там 2 российских танка, ну может какое-нибудь судно он собьет. Я буду безбожно рад этому. Но мы хотим показать другим странам, большим странам Европы, которые топчутся и которые не дают оружие Украине. И мы хотим показать жителям этой страны. Смотрите, ребята, маленькая страна, меньше жителей, чем в Киеве. Кстати, поздравляю всех киевлян. Спасибо большое. День Киева. Отличный город. Я очень жду, когда я смогу вернуться. Вот. И мы скинулись 2,8 миллионов людей. Страна скинулись на 5 миллионов евро. Польша, Германия, Франция, Нидерланды, Испания. Давайте. И вы тогда скидывайтесь. Не ждите, пока ваши политики решатся. Покупайте для Украины оружие, потому что это можно. Можно через министерство. Мы показали путь. Идите этим путем. Так, прекрасный пример, прекрасная идея. Еще вам раз вам огромное спасибо за нее. И вы же не только в этом также показывали пример. Вот, если я не ошибаюсь, то ровно неделя, как вы отказались от российских энергоносителей. Я так понимаю, что это тоже стоило вам некоторых жертв. Вот расскажите, как вот вам живется эту неделю? Хорошо живется. Мы, знаете, мы понимаем, что жертвовать нужно будет всем. Но наши жертвы европейцев по сравнению с вашими жертвами, это ничего. И да, я очень рад, что моя страна наконец решила отказаться и от нефти, и от газа, и от русской электрики. Я очень рад, что моя страна 20 лет или даже больше тоже на месте так не решилась, а вот здесь в один месяц она, в принципе, снесла почти все памятники оккупантам, воинам Советского Союза, вот которые сейчас их сыновья, может быть, терзают вашу страну. Я очень рад, и я горд за нашу страну. Я как журналист и как общественный деятель, я еще думаю, сделаю все, чтобы эта усталость не приходила к нам. Что мы говорили, что мы помогали,
И я очень жду того последнего момента, то есть последняя капля помощи, на которую я уже так планирую собрать деньги на, там, не знаю, 100 или 200 самолетов, где мы все сели в эти самолеты и полетели в Украину, в Харьков, в Мариуполь, в другие города, и помогли бы вам их отстраивать. Ну, это моя мечта и надежда. То есть вы не собираетесь останавливаться на достигнутом, если я вас правильно поняла? Нет, дорогая коллега, мы, знаете, мы работаем так. Если есть идея, она приходит. Вот, например, сейчас у меня вот есть идея бросить такой челлендж для других стран Европы, сделать красивый видеоклип, может, получится раскрутить его, может, какая-нибудь большие селебрити европейские это подхватит. Это одна из идей. Но я думаю, что вот придет время, будут и другие идеи. Никто не знает. Опять же, мне говорит, а давайте купим F-35. Что такое для нас 35 миллионов там, или 40 миллионов евро? Ну, только одна проблема. Ну, никто нам, наверное, уже F-35 не продаст. Ну, это, конечно, шутка. Но, опять же, Байрактар тоже начался с шутки. Да, ну как бы в каждой шутке есть доля шутки, как в известном говорится поговорке. Но, знаете, вы упомянули вот эту проблему некоторую, да, как вы называете, усталость и то, что в Европе вот начинают, да, как бы уставать от этого всего, что у нас происходит. Мы, конечно же, чувствуем. Ну вот с нашей точки зрения мы смотрим на то, что происходит в Европе, как идет помощь, как обсуждается то же самое нефтяное эмбарго сейчас и сколько оно обсуждается. Вот все-таки ваша точка зрения об этом, обо всем. Вот что мешает? Какое-то пророссийское лобби, бизнес-интересы, боязнь не угодить избирателям? Знаете, я думаю, все понемножку. Мы недавно делали такое исследование журналистское на моем телевидении, как Россия купила интеллектуальный Запад. И она 20 лет инвестиций, она инвестировала, она покупала политиков, она покупала интеллектуалов, она инвестировала во всякие фонды, форумы там и тому подобное. И вот она сейчас пожинает плоды. Я думаю, что эмиссары Кремля разъезжают по Европе, они не обязательно являются русскими и говорят, ну все, уже надо, ну ребята, давайте уже жить дружно, пусть Украина откажется от своей территории, ну и потом будет все хорошо. Это раз. Второе, конечно, для какого-нибудь итальянца, который в жизни вообще не понимает, что такое оккупация, что такое Советский Союз бывший, что такое противостояние Кремлю, ему гораздо страшнее, что литр топлива в его машине будет стоить 2 евро, и он, наверное, политики в Европе, в Западной Европе, они тоже говорят, ну да, нужно слушать нашего избирателя. Вот этим мы и различаемся, это новая Европа, да, против старой Европы. Мы, например, и у нас очень громко это говорят и в Литве, и в других балтийских странах, и в Польше, что неважно, сколько будет стоить топливо, да, пусть 4 евро, но если это поможет дожать этого змея, этого урода, который терзает Украину, и поможет приблизить победу, пусть стоит этот бензин, это будет того стоить. Ну вот здесь наши так мирозрения и расходятся. И я очень рад, что наши дипломаты, что наши деятели, наше правительство, они воюют в этой войне внутри Европы, и они пытаются все же раскрутить старую Европу на помощь вашей стране. Ну, можем пожелать вам только удачи, еще раз поблагодарить за всю ту помощь и ту поддержку, которую вы нам оказываете. Вы знаете, когда-то модные были такие эти генетические тесты, еще до войны делал, 11% во мне балтийской крови, это результат для многих украинцев, тоже вот примерно такое соотношение. То мы братья с вами на самом деле, еще раз вам огромное спасибо. И удачи вам во всех ваших начинаниях. Обязательно приеду, да, в Литву после нашей победы, а вас приглашаю в Киев. До свидания, спасибо. Конечно. Вам, да, огромное. Андрю Стапінас, с нами был на зв'язку. Нагадаю,